Как спорт влияет на интеллект? Физическая активность способствует его развитию, научно доказано. Об этом на своей лекции рассказал заслуженный тренер России по фехтованию Сергей Семин. За свою наставническую деятельность он вырастил немало хороших спортсменов, среди них олимпийская чемпионка Яна Егорян. Уверен, физическая нагрузка помогала девушке и в учебе, ведь во время занятий спортом кровь циркулирует активнее, а значит, мозг насыщается питательными веществами и работает лучше. Любая физическая нагрузка, как бы она ни была, она всегда влияет положительно на учебу, на работоспособность человека, ну, скажем так, на все. Провести время с пользой в Химках можете и вы. Лекции, мастер-классы проходят ежедневно. Афиша на сайте администрации.